Всем привет! Что ж, играем в шарпшутер, точнее не играем, а проходим. Хотя, с другой стороны, какая разница, ну да ладно. А в целом, я уже как-то проходил игру за черепа, поэтому сегодня будем, наверное, играть все-таки за дрона. И игрушка довольно сложная, поэтому давай все-таки нормально, учитывая, что... У нас будет прохождение, надо уложиться в час или два, поэтому нормально, я думаю, как раз-таки будет идеально для нас. Так, а вообще тут, кажется, можно выйти. Давай, наверное, так и сделаем. О! Привет. Что они тут делают, я не знаю. Нет, не касается. А, что у нас тут? Крышка от бачка унитаза. Ой, автобус уехал. Эх, лови. Сейчас у нас тут есть баллончик с краской. Тише. Мне кажется, ему вообще на него насрать. Ладно, держи тогда. Эх. Все. Выбили все зубы. Что тут? У них бутылки, всякий мусор. Ну, в общем, ладно, нас это не касается. Поехали отсюда. Эх! Я, правда, не помню, нам именно в какую сторону ехать, но пока что только прямо. Пока что у нас только все прямо. Две дороги есть, или мне кажется. А что у нас с той стороны? Слушай, я ни разу никогда там не был, поэтому давай хотя бы посмотрим. Ой-ой-ой, прости. Боже. О, господи. Это крысы. И местные хиппи. Ну. Так, быстро. Я не знаю, что они от меня хотят, но. Ладно, у нас есть бутылка, если что. Уйди от меня! Все. Что у вас тут есть, ребят? Так. Давай! Тихо. Остался один, кажется. А, нет. Вот еще. Так, ну смотри. А, у них есть какой-то шприц. Нет, его нельзя подобрать. И еще одна бутылка. Нам отсюда еще сваливать придется, поэтому... Так, ладно. Ой, не трогай меня. Все, пошли отсюда. Так, ладно, мы, видимо, с бутылкой не можем, поэтому давай дальше поедем. Игорь выпивается. А, тигры! Господи. Так, давай-ка, наверное, поможем этому лодочнику. Блин, мы... У нас все-таки не получилось его забить. Так, ну ладно, хрен с ним. Так, поехали дальше. А, вот это автобус, который тогда уехал, получается. А, мы сделали круг! Это же тот самый, видимо, магазин. Да-да, вот там полицейский валяется. Понятно. Ну что ж. Давай тогда. Кто тут еще остался у них? Эх, не трогайте меня. Сейчас попробуем отъехать. А, где-то. Тут должен быть поворот. Вроде бы как слева.
наш поворот. Отлично. Тут стеклобойник. Дай-ка мне его. Дай мне его. Так, ё-моё. А, есть. Your best friend. Так. Так, получай. Больно. Это очень больно. Так, может быть, их закидать просто? Ай. Не дают мне подойти к бутылкам. Сейчас. Может быть, молоко попить? Давай за молоком. Отлично. Так, все, мы, кажется, справились. Давай теперь на выход. Так. Да. В городе все сошли с ума, спасайся. О боже. А их можно поджечь? Да, можно поджечь. Самое странное, что я музыку в игре выключил, но она все еще играет. Так, тут много фаеров довольно. О боже. Где ты? Ё-моё. Ладно. Наша первая смерть. Нас просто зажали в углу. Так, ну давай уже быстрее загружайся. Последние автосейвы у нас только тут. Так, хорошо, давай. Эй, бросай в меня бутылку. Я бросаю. Вообще, могли бы пойти на выход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, наверное, давай лучше спасаться отсюда. Эх, ты... Ура. Так, в городе все сошли с ума. Пошли. Я только не помню, куда нам именно нужно. Закрыто. Держи. Так, Live News. Ага, Live News. Понятно. Так, что тут? Смотри, тут, оказывается, можно забраться. Довольно много горняков и... Господи, я, видимо, пробежал только что по печке. Ладно. Пошли отсюда. Отдел полиции местный. Так, о, господи. Так, ну, видимо, мне туда все-таки нужно. А, нет, вот смотри, стадион. Нужно через стадион, видимо, бежать. Да. Мячик еле-еле двигается, так что... Иди отсюда. Тут куча горняков, но... В общем, надо отсюда валить. Так. Видимо, ворота потом откроются, когда мы справимся... О, господи! Иди отсюда! Иди! Ты! Задница. А, что у нас тут еще? Парочка фаеров осталось. Не помню, когда именно, конечно, откроются ворота и откроются ли они вообще, но вообще должны. Надеюсь, что должны. Так, может быть, как-то попробовать их. А, смотри, босс. Господи. Все, сожгли его. Чудовище. Так, да, вот ОМОН зашел. Давай тогда сваливать. А вот у нас и квест, который нам нужно. Отлично. Не погибни. Господи. О, боже.
кстати, ничего не делает, кажется. Но мы все равно возьмем его камеру. Так, ладно, тебя бить мы не будем. Мы же все-таки как-никак за политкорректность, понимаешь? Я не должен поддерживать легенду о том, что я расист и вообще гомофоб. И... Ну, в общем, ты понял меня, так что жалею. Так, ладно. Дай-ка пару часов бутылок. Да хватит ты кидаться всяким мусором. Вот знаете, что я с такими делаю? Тише. У него оса! У него оса! Все. Отдай мне осу. Ай, это было больно. Опять было больно. Хватит. Ай. Все. У меня оса. На землю. Еще один бандит идет. Или кто это? Я не знаю. 4%. Не, я не знаю, стрелять или нет. Ай, ладно, не буду. Здесь он сзади не нападет. Домой. Дом, милый дом. А, как тут красиво. Оу, и оса с патронами. Шикарно. Так, но тут гопники в подворотне. И написано «умри», поэтому я бы, может быть, обошел это место. Или тут нельзя так сделать. Не, видимо, нельзя. Так, ребят, пропустите. Вы же добрые. Я надеюсь... О, господи, нет, они недобрые. Так, не надо на меня тут нападать. Кура. О, господи, у них пистолет. У них оса, у них тоже оса. Так, дай мне пройти-то. Так. Что-то я такого не помню, но... Тут не пройти. Видимо, через рынок нужно. Но я там не вижу дверь. О, господи. Иди отсюда, скотина. Все. Бандиты. Так, почему меня не пускают? Ай, ты ж. Тебя. Так, еще один. Последний. На, держите. Пистолет. Топор. Кстати, я не упомню его раньше, но... Допустим. Тут... ничего, кажется, у нас не открылось. Сейчас, дай-ка попробуем. Может быть, надо топор использовать? Дай-ка пройти. Дай, ты, мне пройти. Меня убила дверь. А, так, допустим. Да вы издеваетесь? Эй, это последнее было. Ладно, придется теперь проходить. Сволочи. Я вас тут жалел, понимаешь ли, а вы тут устроили балаган. А, так. Отлично. Надо на босса вставить фаер. Он потом уже выходит. Сейчас. Уже должен появиться он, конечно, я не знаю. А, вот он. О, господи. Монстр. Иди. Демон. Что, есть какие-то бутылки или... Я не знаю, что тут вообще есть.
Голосуй за Распутова. Так. Вроде бы ничего у нас. Опа-на, там оса была. Ты на меня навелся еще, скотина. Так, ладно. Теперь уже другой разговор. Хотя тут ОМОН уже вышел. О, господи, летающий человек. Теперь уже не летающий. Фуф. Ладно, пошли отсюда. Все на выборы. Тут еще есть какие-то плакаты? Так, нет. Против ОМОНа я пока что не хочу воевать. Поэтому давай, наверное, пойдем отсюда. Отлично. Я надеюсь, у нас оружие сохранится. Пожалуйста. Да нет. Ладно, на этот раз оставим парней. Все-таки отвлекаются. Так. Отлично, у нас последний несколько был. Горняк. Ультрас. Обрываемся. Что ты на меня находишь все этим, скотина? Тише. Дай пройти. Отлично. Все. У него пистолет. У него чертов ствол. Мать его. За ногу. Так. Не знаю, в кого-то попал. Невидимые стены, невидимые тела и в общем, все это вместе как работает. Отлично. Все. Отлично. Фу. Домой. Может быть, в дом другой стороне? Где-нибудь там? Нет. А, ну ладно. Давай тогда на всякий сохранимся. Я не переживу еще раз все это перепроходить. А, так, тише. Торговля. Они что-то непонятное говорят. Не в обиду будет сказано. Тише. Отлично. Так, ну и куда мне теперь идти? Я не знаю. Так. А где у нас... Где у нас тут дверь? Я не понимаю, что от меня хотят-то. Блин. Мне нужно попасть домой. А как это сделать? Я хрен его знает. Тут... Тут все закрыто. Сейчас, может быть, как-то тут что-то... Что-то как-то отодвигается и... Нет. Слушай. Так, ну дай мне. Блин. Слушай, раньше такого я не помню, но... Это довольно странно, потому что... Ну, ей-богу. Он еще и не пускает. Что нам делать? Торговля. Ну. Пусти же меня туда, в эту чертову... Нет. Ладно. Что у нас тут есть? Стул. Где? Куда идти? Я не понимаю. Что они хотят? Что они хотят от меня в этой игре? Почему я вообще тут оказался? А, так... Нет, видимо, не туда все-таки. Сейчас, может быть, тут какой-то заборчик есть, про который мы не знаем. Нет, там нельзя обойти. Тут тоже невидимая стена. И, в общем, я как-то оказался за текстурами. Это очень странно, но, короче, я сейчас там, где текстуры.
Окей. Что мне теперь делать? О, господи. Так, ну ладно, давай попробуем войти. Может быть, увидим какую-нибудь постройку, куда мы можем проникнуть и там уже выйти. Нет, нет, тут все закрыто. Оу! Ура! Вступи. Какой-то дом. А, церковь добра. Все, все, все. Я понял, где мы находимся. Отлично. Короче, пройдя через стены, у нас все-таки получилось сократить себе магическим образом путь. Так, привет. Я вас, ребят, не помню. И, наверное, лучше и не помнить, потому что что-то у вас какой-то подозрительный очень гараж. Хочу я вам сказать. Давайте я лучше обойду вас. Церковь добра. Иди сюда. Так, отлично. На кого они похожи? Я не могу понять. Какие-то бабушки или что? Так, ладно, давай. О, господи. Дали бы хотя бы оружие, ей-богу. Дай мне пройти, ты скотина. Иди, иди, тоже. Так, тут наркоманы и... Хотя бы пиво там было. А, тут ничего не сделаешь. Иди, иди, иди. Пусть тебя... Так. Сейчас. Отлично. Главный сатанист! Получай! О боже, у него коктейль Молотова. Так, дайте мне еще один. А, он где-то тут был, кажется. А, смотри. Господи, дрель. Что мне с ним делать? Идите! Отсюда! Все, убили. О боже. Пошли отсюда. Да, это уже конец здания. Но, видимо, нужно пройти через кладбище или... А, это парк! Ну, судя по всему, тут разница не такая уж большая. Тут землетрясение, что ли, произошло? Или взорвалась какая-то газовая труба, кто знает. Так, ладно. Тут... Выпей. Не, нам так ничего не нужно. Так, ну смотри, и тут у нас... тут у нас, кажется, ничего. Не знаю, зачем заиграла эта музыка. Оу. Мир распутов. Одежда из Европы. Парикмахерская. Ох, прям как у себя во дворе оказался. Так, ладно. Пошли. Все. Тут закрыто. О, господи. Девочка... Девочка-панк. Похоже на какую-то порноактрису, но это не точно. Ладно, пойдем отсюда. О, господи! Иди обратно, чудовище! Откуда ты вылезла? Так, кажется, это наш дом. Ну вот. Чем тебе ненормальные игры? Pain 1999. Опа-на. Тише, 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 тише. Еще 4 патрона. Не так много, поэтому, ребят, давайте в очередь. О, господи.
Так, видимо, у нас перезагрузка будет все-таки. Интересно, на начало уровня или когда мы оказались перед этой крепостью? А, нет. О, господи. Он... Это, получается, взяли костюм, оболочку с этого полицейского? Ну, судя по всему, да. Ладно, пошли. Тише. Да, хватит бегать. У меня не такая классная реакция, как вам может показаться. А, так, все. Пока что... Да, все спокойно. Ура. 99 жизней. Брони вроде бы там не было, но... Отлично. Немножко аптечки, которые мы не можем поднять. А, боеприпасов я тут не вижу, но ладно. Отлично. А вот и боеприпасы. Подоспели. Так, что у нас тут? Ага. О, господи. А, звонок в дверь. Оу. Кажется, это полиция. За тобой пришли, сваливай. Эх, не дали в компьютер поиграть. Давай выключим свет, и они, наверное, подумают, что... У нас нет дома. О, господи! Как это стрёмно. Я не знаю, кинуть в него гирю или не стоит. Может быть, он моет окна. Лучше, наверное, не стоит его трогать. Это случайно не та девушка, которая была в соседнем доме, то есть в соседней квартире? Нет, вроде не она. Ну ладно. Привет. О, господи. А, это наш главный герой. Да, кстати, знакомьтесь. Так, держи. Все. Тут, кажется, можно еще ногой бить. А, да, точно. Вот. Вспомнилось. Такая типичная ловушка. Ну что ж. Ладно, пошли отсюда. Машина. А куда нам сваливать-то? Магазин. Я не думаю, что нам туда нужно. Хотя с другой стороны. Оу-оу-оу! Фейк ньюс. Привет. Это случайно не тот, которого ударил. Господи, что это? Это случайно не те новостники, которых еще ударил ПВшник. Вообще похож. А, давай, наверное. Я не знаю, нам нужно через ночной клуб идти или. Тише, падай уже. Да, скорее всего, через ночной клуб. Привет. Что у него тут есть? У тебя есть оружие? Да, у тебя есть оружие. Хватит. Иди. На. Там еще бутылка. Ах ты ж скотина. Отлично, 44. Тише. Давай, наверное, сделаем как-то так.
Блин, слишком рано. Ну вот, уже другое дело. Так, бутылка с него не выпала, но тоже неплохо. Так, дай-ка я туда. Опа-на. Все. Так, они молоко не дадут? Хотя бы немного. Все, камеры стоят. Их можно сломать. Эх, что у нас тут есть? Я... Да, я из этого туалета пришел. Я пришел в этот мир. Так, ну, все горит. Да, тут молоко было. Отлично. Привет, ребят. Склад. О, господи. А, смотри. Так, аммония есть. Тише, стой. Все, тише. Ты ж свинья огромная какая. Все, угомонись. Здесь он не встанет. Здоровый бычар, главное. А тут у нас еще что? О боже мой! А, это типа... Тут как-то можно спуститься. Господи, боже мой, где я оказался? В канализации? Ну, судя по всему, да. О, боже. Где мне только жизнь не меняла? Блин! Только дайте мне, пожалуйста, сохранение, пожалуйста. Я не хочу заново вот оттуда. А, не-не, смотри, он меня загрузил все-таки, ну, получается, где он играл в эту самую игру. Так что не все так плохо. Попробуем ее пробежать. Тише. Угу. Отлично. Так, они не падают сверху? Не падают. Воу-воу-воу! Дай патроны. Все, пошли. Ага, да, вот уже звонок в дверь. Все, упал. Давай, вставай. Нам тоже надо бежать. С тобой пришли, сваливай. Давай по-быстрому. Так, что у нас тут? Нет. Дерьмо не подписывался. Так, давай сразу в клуб. У тебя должна быть оса. Да не сую, осу. Все, у нас есть оса. Я не думаю, что мы сумеем, конечно, пройти сразу к двери. Ау! Какого? Мать его. Лена. Да, ну и бог, там все подожгли. Так что можно уже, наверное, пробегать. Хотя не, я не думаю, что получится. Тише. Что ты там кидаешь-то в меня, скотину? Хватит.
за молоком сходим. Давай, нахуй. Мамоновец, так что... Вообще, с ним не обязательно сражаться, но... Но это уже дело принципа. Так, смотри, денежки. Так, метрополитен имени Распутова. Нам кажется, туда нужно. Погоди. Он закрыт! Нет, не закрыт. Ой-ой-ой-ой-ой! Не стреляй в меня, дядя! Тише. Все, конисуры. Не знаю, зачем я тогда спрыгнул в канализацию. Видимо, это было большой-большой ошибкой. Так, ну, спасайся. О боже, его сбило. Тише. Ладно, пошли отсюда. Так. А там что-то есть? О, господи, сатанисты. Нет. А вот, кстати, нам, возможно, и сюда нужно. Стой. Я думаю, не попал. Слушай, как-то не странно, но нет. Я думал, нам все-таки нужно на поезд. Но, видимо, все-таки я... Боже мой, ошибся. Вот немножко молока. Стрёмный проход. Понятно. Стой. Так, можно мне не стрелять, ребят? Что, больше ничего нету? Ну ладно, пошли отсюда. Так, я не вижу поезда. Но... Ой, скотина. У него была оса. У меня не было выбора. Так, все. Поезд закрылся. Фух. Так, ребят. Чувствую. О, перцовик. А там, видимо, полиция выйдет сейчас. Так что надо сваливать. Залипал сразу. Нет, нельзя. Их нельзя убить. Нас вырубили. Судя по всему, да, нас вырубили. Это его галюки. Как же иначе? Оу. Привет. Нет, видимо, к ней нельзя сейчас подойти. Бегай. У нас карандаш? Понятно. Мы против... алкаша с карандашом. Ну, как же иначе? Все, падай. Подожди, я тут случайно... Да, я так и знал. Прям побег с Шоушенка или как там? Ну, в общем, вы поняли. О, господи, что? Где? Мы что-то взорвали. Кажется, вот он.
Еще один проход. Так. Нет, сюда нельзя. Тут, видимо, тоже не выйти. Привет. А, они избивают бедного дедушку. Сволочи, нет. Тату и шрамы. Или просто тату-шрамы. Ладно, пошли отсюда. А, это, видимо, столовая. Выглядит, конечно, так себе. Мы сможем отсюда уйти? Я, конечно, не хотел на него идти с карандашом, но не пришлось. Так, опа-да, оса, 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 есть оса. Так, ребят, давайте или по-хорошему, или... Дай мне свою осу, скотина! Тише, 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 тише. Не выйти, кажется. Скотина! Забил, 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 забил. Так, ладно, давай. Автосейв. Какой у нас последний был? На мопеде. Так, ладно, погнали. Ну что ж, давай побег с карандашом. А, на этот раз даже карандаша нету. А, нет, есть. Отлично. Мне кажется, карандаш не такой хороший, и с кулаками он лучше справляется. Так. Почему-то та девушка на плакате очень подозрительно похожа на подругу главного героя. Так, ладно, пошли отсюда. Хотя идти через кухню — это такая себе идея, но... Все, пошли отсюда, пошли, пошли, пошли. Отлично, отлично, ворвались. Так. Все, 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 есть оса. Есть оса, есть патроны, пошли отсюда. Автосейв, выход. Так, поверим табличке с надписью. Нет, там нельзя выйти. Пронес телефон, сменил фасон. Странное заведение, хочу сказать. Главный. Но я не знаю, это по-украински или по-белорусски написано. Так, стой, так еще, скотина, ты падай! Когда ты упадешь? Так, все, упал. А у него была оса. А, нет, это оса, которую мы выкинули. Вот, а у него дробовик. Так что я теперь... О, господи. Резиновая кукла. О, привет. Ты у нас еще. Самое странное, что мужик со сою, он самый опасный тут был. Так, пошли отсюда. О боже. Это... А, это был электрический стул. И когда мы нажали, там появился тот дед. Он, видимо, что-то вроде нашей кармы, который оценивает наши поступки и подсказывает какой-то кратчайший путь. Да, тут, оказывается, был еще и выход. Бунтуй! А, к прошлому возврата не будет. Я искупил свою вину перед Родиной. Так, пошли. А? Что? Нет, нельзя.
как мне бунтовать, если я отсюда не знаю, как выйти? Надо, наверное, туда все-таки спрыгнуть. Господи. Пошли. А, нет. Пожалуйста. А, они забивают бедного дедушку. Ты ж скотина. Все, спасли его. Он похож немножко на Дроздова. Ну, совсем немного. Так, мать твою. Все. Что у нас тут есть? Ножик. Оп, попали. Эх, ишь. Стой. Ты будешь заходить? Фух. Так, ну что? У нас тут есть проход, поэтому... А, нет, мы тут были уже. Так. Пошли отсюда. Овощи. Ну, я так понимаю, нам нужно наружу, поэтому... Господи. Ребята, пойдем. Нам нужно бунтовать. Мы здесь, власть. Мы здесь, власть. Так. Все, все, все. О, господи. Стой, 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 стой. Я не знаю, правда, зачем я сюда иду, но ладно. Все, ладно. Видимо, все-таки через огонь нельзя там пройти. Постоять тут. Не, деревянное окно тоже не разбивается. Поэтому, видимо, сюда нам и не надо было. Так. А, это напоминалка. Бунтуй. Я бунтую, я пытаюсь... О, господи. Здравствуйте, товарищ майор. А я в другую сторону шел. Так. О боже. О боже. Что ты за создание? Все, 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 успокойся. И я запомню тебя. Так. А, нет. Смотри, а у них Херцей, кстати, был. Ну, ладно, я не думаю, что... Мне это нужно, но ладно, давайте перцовик. Перцовик — это тоже неплохо. Голова скинхеда. Эх. Погоди, нам же туда нужно? Или куда? Что-то как-то забыл же, что тут нужно делать. Кроме того, как... А, надо выпустить всех. Кажется. Кажется. Привет. Тише, 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 тише. А, друзья наши. Вот. Давайте, помогайте мне. Ну-ка. А ну, наружу, блин. Там противник. Давай. Чего вы тут бегаете-то? Идите, вы же с ним сражаетесь. Ну, все, супер. Сейчас. Открыли? Открыли. Так, тут нам ничего не нужно. Слушай, нам бы молока, конечно. Ой, не стреляйте, друг! Все, 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 все.
Так, тут ничего такого. А, смотри. Опять местные новости снимают. Так, ладно. Так она из патрона не стоит. Ну что ж. Так. Везде огонь. Тише. Шок. Нет, нам не нужен. О боже, они замучили бедного алкаша до смерти. Туалет. О, привет. Ничего тебе тут. О боже, это ничего такого. А, нам в ту сторону. Правда, я не думаю, что мы сможем тут пройти. Но... довольно, кстати, живуч. Все, ты на это раз точно? Но... не знаю зачем, но у них жарилась тут какая-то, не знаю, яичка или это... просто масло у них тут жарится. Но... ребята, короче, не знают ничего про... так, посмотрим. Не, нам там не пройти. У нас еще и 18 жизней, поэтому... надо быть поаккуратнее. Куда нам идти? Что от нас хотят? Они хотят, чтобы мы уничтожили вот эти вот машины. А, то ли... кстати, там молоко было. А, отлично. Гораздо лучше. Ну что ж. А, так, я вот на этом уровне как-то долго тупил. О, господи. Балдеж. А, кстати, а вот и старик. Типа мне сюда идти? Да, вроде бы нет. Эх, ладно. А, Line News мы уже... все, что можно, им сделали. Нет, туда не попасть. Но остается... либо отель... Отель. Либо... даже не знаю. Оу. Тату и шрамы. Надо будет как-нибудь включить эту группу. Оу, он все еще... понятно. Долго он мучился. Но вроде бы как мы ему помогли. Тише. У тебя тут нож был, но... эх. Не думаю, что он, конечно, мне пригодится. Так. Нам либо нужно на ту сторону как-то попасть... ничего не было. Нет, разрушенных стен я не вижу, через которых можно было бы пройти. Поэтому... так, там уже все везде были. Тут у нас просто-напросто ничего нету. Куда же мне идти? Куда же мне идти? Туалете. Нет, тоже ничего. Ладно, давай. Господи, везде.
В некоторых местах они тебе наносят урон, я имею в виду пламя, а в некоторых вообще все равно. И вот хрен поймешь. Вроде бы мы должны уничтожить эти машины, но это не точно. Я не помню на самом деле, что нужно. Привет. Это же я, получается, коктейлями Молотова закидал. А, судя по всему, да. Судя по всему, да. Поэтому... Видимо, мне не наносится урон. Так, давай на выход. Так, ребят, ну что вы там встали-то, ё-моё? Что вы хотите? Тут, кажется... Что вы потеряли? Скажите мне. Тут вроде бы нельзя запрыгнуть. Или можно? Не понимаю, можно или нельзя? А, может быть, как-то... Сейчас, это у нас фейк ньюс. Ну, давай попробуем, может быть, с отеля как-то запрыгнуть. Звучит как неплохая идея даже. Там откуда-то со второго этажа надо... Оу! Он, оказывается, тут подглядывал. Привет. Что у вас тут можно делать? О, господи. Я всунул, кажется, пальцы в розетку. А, не знаю, правда, зачем, но... Вот... Захотелось. Ну и тут у нас... церковь сектантов. Где мы ничего не можем сделать, по идее. Тут невидимая стена. Тут у нас тоже... Слушай, может быть, нужно огнетушитель взять? Господи, какой же я тупой, оказывается. Они, кажется, принесли в жертвоприношение моего друга. Сволочи! Так, все, мы выбрались. Спускайся с крыши. Что... Что-то как-то не получилось у меня спуститься с крыши. Так, может, еще одну попытку? Все. Теперь я знаю, куда бежать, поэтому все круто. Давай. Боже. Тише. Так. Отлично. Открыли проход. Давай. Спускайся с крыши. Воу, ребят, ну что? Тише. Аленку нельзя взять? О, господи, она еще поворачивает голову за тобой. Постоянно следит. Так, нет, там не пройти, видимо. Или пройти. Стремная какая, господи. Да, мне, видимо, надо... Перепрыгнуть. Так, туда, на балкон.
Отлично. О, они смотрят зеленого слоника. Тебя направо и налево. Так, автосейв. Бабушка. Стоп. О, господи. О, господи. Господи, что это? Она убивает с одного удара. Охренеть, не встать. Эта бабушка убивает с одного удара. Слушай, ну место реально стрёмное. Вот эти советские игрушки старенькие. Все, хватит. Нет, стрелять. Фу. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, хватит. Отлично. Так, пошли отсюда. Все, спускайся с крыши. Фью. Так, ничего не делаем. Нас сами спустят. О, сковородка. Дай мне сковородку, пожалуйста. А, сумели спуститься. Я уже думал, упаду. Все. Так, бабушку я не буду уже на этот раз как-то злить, потому что у нее слишком много здоровья, и, видимо, для ее прохождения нужна как минимум масса с патронами. О, господи, это кровь? Судя по всему, да. Так. Секретная стена. Допустим. Странное место. А, вот, нам, кажется, в лифт нужно. В лифт? Или не в лифт? Сейчас посмотрим. Слушай, а, вот, спуск. А, нет, стоп, это же бабушка. Куда мне идти, товарищ? Не подскажете? Ну, вниз... Думаю, что стоит спрыгивать. Кстати, тут, оказывается, была оса с патронами. Так что бабушку можно попробовать позлить. Давай. А, нет, я не в нее не попадаю, кажется. Боже мой. Не, это нереально. Это, судя по всему, что-то вроде секретного противника, и она просто неубиваемая. Потому что через нее даже патроны как-то простреливались. Ну, как мне показалось. Либо там остался один выстрел, и я просто, скажем, ее не добил. Так, привет. Все, 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 все. Отлично. Все, 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 все. Дай мне выйти отсюда. Так. Все, у нас есть оса. Ребята, вы, конечно, зря на меня пошли. Все-таки оса это... Оса это не шутки. Так, что у нас тут есть? Давай, может, пока вызовем лифт. Не знаю, он работает или нет, но вдруг.
А, секретный проход. О, господи. Я такого не помню. Человек в маске уточки. А, и у него тут скрытые камеры еще есть. Вертолет. Эх. Так, а куда нам идти-то? А, вот. Видимо, в ту сторону. Не входить. Нам, видимо, туда надо входить как раз-таки. Так, все, отлично. Тише. Я не знаю где, но там была розетка, и он, видимо, туда сунул пальцы. Не знаю, зачем он захотел это сделать, но вот захотел и все тут. Тише. О боже. Я не думаю, что мы туда сможем пройти. Так, есть баллончики. Go vegan. О, господи. Слушай, нет, я не хочу все-таки туда идти. Давай попробуем пройти. Сейчас я сохранюсь. А, давай. Да, вот тут можно пройти. А в другие места нельзя, когда там огонь. Ну вот что за логика? Так, молоко нам не нужно. Не знаю, что это за место такое. Привет. Так, тише. Давай пройдем. Что у нас тут есть? А, мы же тут были. Животные. Все. Тигры. Спасите меня от этих злых людей. Львов, к сожалению, нельзя вызвать. Так что... Оу. Так, я друг всех животных. Погоди. А с виду и не скажешь. Я думаю, они на нас нападут, если что. Поэтому... ним лучше не попадаться. Хотя, кто знает, может быть, они нас не будут атаковать, потому что мы их выпустили. Но что-то мне подсказывает, что им все равно. А, вот мы вышли. Господи, я, кажется, всех своих поджег. Так, магазин. Насоса. Слушай, классно, музыка играет тут. Так, а тут можно пройти? Да, можно. Привет. А что мне тут делать? Кажется... О, господи. Подвал... с рабочими. Так, если что, я тебя обрызгаю. Нет, там не пройти. Нам, видимо, нужно на ту сторону как-то попасть. А для этого нам нужно... Сейчас. Пройти через этих хипарей. Отлично. Привет. Тише. Нет, не стреляй в меня своим перцевиком. То есть осой. О, господи, а это что?
Я не знаю, откуда это, но... Но все же. Так, прости. Так, а полиция... Полицейские, у которых сердечки, они обычно более живучие и, возможно, более сильные. Но это не точно. Так, остался один полицейский. Давай. Тише. Что ты будешь делать? На ту сторону нельзя перепрыгнуть? А, нет, ни в какую. Ну, ладно, давай тогда. Что тут можно сделать такого? Оу, тут все взрывается. Слушай, ну... По идее, мы всех уже убили, возможно. Угу, да. А, это мы уже подходим к концу уровня, судя по всему. За работу, товарищи. Одежда из Европы, секонд-хенд. Ох, серьезно, я как будто оказался у себя во дворе. Так, что тут у нас? Молоко есть. Там пройти. Полицейские фуры. Так, все подожгли немножко. Чего у нас тут? Там нельзя. Ну, может быть, если поиграть с переключателем, возможно, можно что-то открыть, но никто не выйдет. А, кажется, ОМОНовец вышел из лимузина. Такс. Оу. А это, случайно, не динамит? Кажется, да, это динамит. Скутер. Тише. У нас почти закончился перцовик. Поэтому... придется руками. Тише. Давай, падай. Ну и вот мы разблокировали путь. Так, пошли отсюда. Наркомана забили ОМОН. Срочные новости. А, блин, у меня походу очки сломались. А, господи. Так, я думал, когда они все-таки окончательно треснут. Так, падай, сволочь. Блин, кого же ты мне напоминаешь? Да, ну сейчас, конечно, с такими очками не очень удобно сидеть. Стекло упало. Эх, ну ладно. Да, ё-моё! Стой. Такс. Я не знаю. Там еще и огонь. А, баня. Может быть, нам сюда нужно? Стой, дай мне молоко. Оу, привет. О, господи. Я надеюсь, ты с ним ничего не делала. Даже если он тебе предложил много-много денег. А, так, ладно, пошли отсюда. Ставлю их наедине. Так уж и быть. Так, ну, выходит, что у нас вот это вот скромное заведение. Мать его, как они убивают-то? Жуть.
Так, ладно. Ну, видимо, нам не туда нужно. Там не пройти. Так, и тут нас поджаривает. Так, видимо, где-то мы пропустили какое-то интересное для нас место. А, баня. Нет. Пиво не восстанавливает? Пиво не восстанавливает. Молоко восстанавливает, а пива нет. Вот, так что не пейте пиво, друзья. Будьте здоровыми. Так, нет, в огонь не будем. Ауе. Так, с... Там тоже не пройти. А, вот. Все. У меня, конечно, здоровья нет, но... Если найдем себе аптечку, будет неплохо. Battle Reach. Так, сюда нельзя. Пойдешь? Господи, падайте, ребята. Стой. Мне даже жизни нету на одну бутылку пива, которую они там кинут в меня. Так что давай сохранимся. Так-то лучше. Все. Это было близко. Давай. Конечно, не знаю, зачем я туда рвусь, но... Так, ладно, он кинул свою бутылку. Давай попробуем свалить вот таким вот образом. Так, там не пойти. Так, а тут у нас, как всегда, наши друзья. Тише. Так, мы, кажется, сломали машину. Тут фильм «Брат» идет у них. Ну что ж. Давай тогда сваливать. Наши с флагами. Так, ну что, тут у нас открылся путь. Так, привет. Это наш братиша. Привет. Да что ты бьешь в меня? А, у них тут ринг, оказывается. Спорт. А, с буквой О сила, с буквой И логика. Минус логика. Понятно. Так, тут пройти можно? Нельзя. За работу, товарищи. Так, я что-то, кажется, помню этот лимузин. А, вот, памятник. Слушай, а куда теперь идти-то? Ой, ё-моё, тут же горит, всё. Вышел ОМОН. Ну, нам, видимо, в ту сторону нужно. Комок. Судя по всему, да, куда нужно. О боже, пила. Так, ладно. Не так много здоровья, поэтому... Я надеюсь, пила-то сильная. Жизни просто на один удар, поэтому... Давай, побежали. Есть. Эй! Я прошел? Да, я прошел. Я просто в момент загрузки забили, поэтому... Это было странно. Ой, прости. Привет. Чего у тебя тут?
Ага, понятно. Фильм, брат. Опять фильм, брат. Он тут прям как вещи. И опять он забивает того дедушку. Что, может быть, ему нравится, когда его бьют. Так, горняки. Судя по всему, они все еще хорошие, все еще плохие. Поэтому... А, в жопу горняков. Так, там пройти можно? Сейчас пройдем. А, отлично. Так, все против всех. Ребята, дайте мне пройти, пожалуйста. Мне нужно туда попасть. Так, и вот у нас следующий уровень. Так, мне дашь асу? Да, он даст асу. Тише. Ты упадешь, может? Спасибо. Фу, какой он жирный оказался. А, тело Ленина. Это тело Ленина? Да, это тело Ленина. Так. Кажется, где-то секретная кнопка должна быть. Что-то я не вижу. А, вот секретный проход. Давай, падай уже. А, как только тут все это открывается, я не помню. Где-то у тебя, что ли, должно быть? Нет, нет, не у тебя. А, как же. Дай-ка мне ведро. Ну, тут где-то должен быть переключатель какой-то. Просто из-за осколков стекла я его, видимо, не вижу. Так, где он тут может быть? А, где-то... Где-то... Нет? Слушай, странно. Блин, я готов был поклясться, что оно где-то тут. Но, судя по всему, я ошибся. Так, а, нет. Он все-таки держал там, видимо, какой-то переключатель. Да, тут... Намеки на пришельцев. Крепота. Как крепота. Там не пройти, я так понимаю, да? О боже. Кстати, о господи. Прости. Так, мы тут заходили, кажется. И нам, видимо, нужно на ту сторону попасть. Тише. О, господи. Прекратите. Что за ужасы? Ты... А, это тот дед, который нам показывал дорогу. Ну и появлялся во всяких странных местах. Так, нам воду? Так, ладно. Так, тут мы уже были. А, вот, секретный. Секретный проход. Эх, как в Индиана Джонс. Давай прыжок. Отлично. О боже. Что мне делать? Тут либо ты прыгаешь... А, нет. Ну, наверное, в колодец.
Я, правда, не знаю, насколько глубоко мне нужно. Наверное, не настолько. Так, что мы тут делаем? О боже, хватит. Хватит. Так, вот у нас проход открылся. Если такие звуки продолжатся, то у меня он тоже откроется. Так. Куда идти? Привет. Слушай, ну... О боже, рептилоид! Да, это рептилоид. Так, у меня топор. Уйди. Старик, видимо, оказался чертовым рептилоидом. Те, кто сказал, что он нас хотел убить. Может быть, он хотел показать нам путь. Или просто пожать руку. А мы этого не поняли. Победи зло. Оп. Я оттуда выпрыгнул? Да. Не знаю, на что-то нажал. А, вот, поднялся путь. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Давай. Тоже мне. Так, а тут несколько, кстати, путей, но я думаю, что нам сюда все-таки нужно. Ой. Ой. Привет. Специально. Ой, у него пистолет! Твою мать! Буква А. Так, ладно, давай, наверное, перезагрузимся. Здесь нас... нас к пришельцам. Все, успокойся. Я не знаю, говорю это персонажу или себе. Так, ну хорошо. Значит, сейчас дойдем до кухни, попробуем восстановить здоровье и посмотрим, что вообще будет. А, нет, у нас же оно и так восстановилось, когда следующий уровень начался. Вечно забываю. Так. Ну что, давай. Пошли, 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 пошли. Где мы? А, нет, туда нельзя. Значит, налево. Так, давай. Так, 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 налево. Все, у него пистолет. Вижу. Секретная комната. Типа секретная комната. А, давай нам. Хотя можно было бы... Я думаю, нам лучше дробовик использовать. Для таких нужд. Дробовик самое то будет. Ой, ё-моё. Все, успокойся. Я не жирный это. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Так, ну что, Падай. У вас патроны есть? Все, открыли дверь. А, смотри, это же главный... Главное ублюдина. Ну что ж. О боже. Вот, дробовик.
Ты ж... Мать твою. У него новые атаки появились, судя по всему. О боже. Все. Умри, твари, умри. Так, пошли отсюда. Успеем? Мне кажется, успели. Да, мы прошли игру. В общем, да, такая вот игра стоит 15 рублей, шарпшутер. Мне, в принципе, зашла. Вот, надеюсь, вам тоже. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь и заходите также на мой Twitch канал. Там часто довольно проходят стримы. Да, спасибо еще раз. Кстати, неплохие арты. Вообще, вполне себе неплохие. Атмосферно, скажем так. Ну да ладно.